Ксюша! Una semana, por lo menos un mes sin teléfono. Что я надела? Пожалуйста, не обижайся. Привет, я Маргарита, и вы на канале Сестрички Лайф. Ребят, спасибо вам большое, вы так быстро набрали 20 тысяч лайков. А это значит, что сегодня Ксюша будет мне говорить 24 часа только «да». Кстати, ребятки, в этом видео тоже будут пасхалочки. 3 пасхалки. И лучше, чтобы вы писали это время одним комментарием. Так нам будет проще найти победителя. Победителей прошлого видео мы объявим в конце этого видео. Так что смотрите видео до конца. Сейчас у нас утро, и мы собираемся в школу. Сейчас придет Ксюша умываться, и я уже подготовилась. Раз она мне красила волосы, так что я и тоже буду красить волосы. У меня есть 4 разных цвета. Фиолетовый и синий. И розовый и красный. Посмотрим, какой она выберет. Так что она тоже пойдет в школу крашеная. Ты что снимаешь? Вообще-то ты сегодня мне говоришь 24 часа, да. Ну ладно. Ты не будешь красить волосы? Да. Я же сейчас в школе. Что? А я думала, что она не захочет. Ну ладно. Эти 3 она выбрала. У меня до сих пор еще держится цвет. Ну что, готова? Она смывается, так что. И ты должна проходить с этими волосами целый день. Смотрите, ребята. Вот это да. Вот еще кончик. Вот это да. Ну, нечаянно. Упси. Все, Ксюш. Готово. Где же мои волосы? Тут еще немножко не хватает. Ну что, нам нужно собираться в школу. И увидимся после школы. Ну а в вашем случае через несколько секунд. Ну что, ребята, мы недавно вернулись со школы. Сейчас надо что-нибудь придумать для Ксюши. Ага, я знаю что. Я сейчас ее накрашу, сделаю ей макияж, и она должна с ним ходить целый день. Ксюша! Иди сюда! Опять снимаешь? Да. Давай говори, чего хочешь. У меня такая идейка появилась. Я тебя сейчас накрашу и сделаю тебе макияж. Ты с ним будешь ходить целый день. Хорошо. Только нормально меня накрась. На это еще посмотрим. Давай, иди тащи твою косметику. Давай. Куда садиться? Сюда садиться. Вот с вами. Какой же мне сделать макияж? Вечерний или обычный? Сейчас посмотрим. Я взяла у мамы лайнер, чтобы сделать Ксюше стрелочки. Давай мы и начнем. Сначала мы тебя накрасим тенями. Так. Давай мы тебе сделаем яркий и веселый макияж. Для этого нам понадобится какой? Синий. Фиолетовый. Такой вот. Чего? Сейчас сделаем из тебя красавицу. Ксюш, ты блестки хочешь? Угу. Вау, как блестит. Теперь я тебе сделаю стрелочки. Самое сложное, так где мои стрелки? Иди сюда, давай.
Теперь накрасим реснички. Реснички. Прядь зубы эту накрашу зубы. Зубик накрасила я тебе. Ну что, Ксюш, тебе нравится? Нет. Нужно говорить да. Да, нравится. Ксюша, тебе следующее задание. Сделать селфи и выложить фото в Инстаграм. Кстати, ребята, если вам нравятся такие челленджи, то тогда поставьте нам лайк. И мы будем снимать еще такие. Сначала. Ну, а вот смотри, выставила. На какой? Ксюшечка, можно я сегодня буду ходить целый день в твоей одежде? Да, можно. Так, сейчас посмотрим. Мне очень нравится вот эта кофточка. Ну что, как мне идет эта кофточка? Ты такая добрая сегодня. Ксюшечка, сегодня моя очередь чистить клетку кроликов. Я знаю. Можешь мне почистить ее? Да, могу. Ой, спасибо большое. А я мультик посмотрю. Накрашенная какая-то. Ксюша! Давай клетку чисть! Все почистила? Да. Молодец. Ксюша! Да. Иди сюда. Ксюша, тебе новое задание. Ты должна сказать папе, что ты получила тройку. Но у меня же телефон заберут. Да, ребята, за плохие оценки у нас забирают телефоны. Значит, Ксюша, у тебя заберет папа телефон. А мы тоже пойдем. Папе хочет стрижку. Где? Где? Ту. Твою карту телефона. Телефона. А где играешь? Una semana, por lo menos un mes sin teléfono. Y ahora a la cama. Chao. Vete a la cama. Chao. Что я надела? Один месяц без телефона. Ксюш, не обижайся. Я завтра скажу папе, что это просто шутка была, хорошо? Угу. Пожалуйста, не обижайся. Я не знала, что он на месяц накажет. Вот так вот, ребят, и получилось. Но я завтра папе обязательно скажу, что это была шутка. Никакую тройку она не получила. Ксюшечка снимает макияж, потому что у нее очень чешутся глаза из-за краски. Что-то у меня шея болит. Ксюшечка! Ксюша, делай мне, пожалуйста, массаж. Ксюша! Делай мне, пожалуйста, массаж. Ай! Чуть-чуть правее. Левее. Вот тут. Вот так. Спасибо. Ты будешь заправлять мою постель целый месяц. Ну ладно, неделю.
Хорошо. И еще одна просьба. Какая? Можно мне пойти завтра в твоей кофточке в школу? Фу! Вот посмотрите! Это каждый день так. Я ее целую, а я не знаю. А ты помнишь, как я тебе сказочку читала? Да. Фу! А ты споешь мне песенку? Ну. Посмотрите, она рисует для мальчика. Яник! Яник, если ты смотришь это видео, она тебя любит! Она любит тебя! Вот так вот, вот так вот, очень много. Ксюш, ты споешь мне колыбельную? Да. Завтра. Нет. Хорошо. Сегодня. Хорошо. Все, Ксюшечка, я готова. Все, Ксюш, я тебя жду. Мою подружки, мою. И может самую поюшки мою. И нацелься ногою. Придет серенький кельмас. За телефон. Ла-ла-ла-ла. Как можно под такую песню уснуть? Ла-ла-ла-ла. И выключи свет. Я уже лежу. И дай мне попить. Заказывай. Давай. Ну что, ребята, на сегодня все. Надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы мы еще снимали такие видео. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. А теперь мы покажем победителей прошлого видео. И самые первые показали правильный ответ. Вот эти ребята. Передаем вам привет.